США собирается изучить соцсети всех, кто желает получить американскую визу. Об этом заявили в Белом доме. Предполагается, что лицо, подающее на визу, также будет обязано предоставить данные о своих аккаунтах за последние 5 лет. Новые меры могут коснуться более 14 миллионов человек в год. И, как считают в Госдепартаменте, это поможет предотвратить теракты.